привет с того света. Фотограф-любитель из Воронежа Лариса Бриткина сделала уникальный снимок. Ее камера зафиксировала шарообразные светящиеся объекты, внутри которых можно разглядеть человеческие лица. Опытные экстрасенсы, изучившие фотографию, пришли к выводу, что на снимке проявились портреты давно умерших людей. Подробности у Алексея Марачева. Этот снимок Лариса Бриткина считает настоящей сенсацией. Говорит, фотографировала знакомых, а главными героями стали вовсе не они. В правом верхнем углу видны два странных объекта круглой формы. Если увеличить изображение, то внутри этих шаров можно разглядеть человеческие лица. Я очень удивилась, когда увидела, что там можно рассмотреть лицо. Ну и тогда я уже поняла, что это что-то такое необычное. Что-то не просто шарик такой вот. Заинтригованная Лариса приехала в Москву, чтобы показать странную фотографию специалистам по аномальным явлениям. И первым делом отправилась на прием к экстрасенсу Галине Багировой. Это энергетическая клетка. Клетка с энергией. Галина Багирова рассказывает, сферические образования, называемые плазмоидами, она видела не раз. Ей часто приносят снимки, на которых изображено нечто подобное. Но лица внутри шаров – это действительно уникально. Эксперт уверена, воронежские плазмоиды – не просто сгустки энергии, а души умерших. Вот это те люди, лица, которые улыбающиеся. Я понимаю, так полагаю, что это добрая энергия. Но думаю, что когда-то эти люди в каком-то веке когда-то жили. Экстрасенс объясняет, плазмоиды бывают нескольких видов. Это могут быть просто сгустки энергии или души умерших людей. А иногда в виде шарообразных субстанций в наш мир приходят могущественные духи. В Коране написано, я создал джиннов и людей. А что такое джинны? А мы их не видим. А вот они. Они везде, повсюду. Их проявление как доброе есть, как так и злое. Бестелесные сущности неразличимы человеческим глазом, уверяет Галина Багирова. Но они четко видны на снимках. Поэтому с развитием фототехники нас ждет немало удивительных открытий, считает эксперт. Возможно, когда-нибудь с помощью высокоточной аппаратуры удастся разгадать тайну плазмоидов и в деталях разглядеть обитателей сферических тел. Алексей Марачев, Мария Вингард, Гульнара Раянова, ТВ-3.